Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Отель Aventura Park находится в часе 16 минутах езды от аэропорта Анталия. Как мы можем наблюдать, он расположен на первой береговой линии, и на его территории находится бассейн. Отель Aventura. Отель еще не запустился. Рядом находится Викинг, бывший, теперь уже Orange Count. Далее Гранада отель. Два года назад в отеле сделали реновацию номеров. Отель свежий. Небольшая территория. Рядом отель Water Planet. На территории есть растительность. Амфитеатр. Наверное, мы сюда пошли. Вот мы видим Викинг, бывший сейчас Orange Count. Рядом Гранада. Отель. Давайте посмотрим пляж. Да, у них есть пляж. Вот море, галька. Средних размеров и видите сразу глубина. Есть свой понтон. Пляж небольшой, очень маленький, но в этом регионе так и есть. То есть пляжи очень маленькие, в основном вход с понтона. Рядышком небольшой порт, корабли. Отель закрыт. Планируется открытие с 15 мая. Стандартный номер. Номера аккуратные, чистые, свежие. Отель тоже весь аккуратненький. Кондиционер индивидуальный каждому. Большой довольно-таки балкон. Вид на море. Санузел. Душевая. Ванны нету. Номер сьют. Душевая. Номер сьют. Две комнаты. Одна. Четыре человека. Плюс диван. Пять. Максимум шесть человек здесь может размещаться. Двери между комнатами нету. Балкончик тут маленький, совсем маленький. Вид на море и территорию. Здесь тоже индивидуальный кондиционер. Вот он. Двери в этой комнате нету. Здесь одна кровать стоит. Маленькая, односпальная. Отель хороший, территория небольшая, пляж небольшой, вмещает 650 человек отель, поэтому может быть мало мест на пляже. Но есть понтон, на понтоне будут установлены тоже шезлонги. Если вам был полезен данный материал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.